В Алтайском крае будут пробовать новые методики лечения и диагностики рака. Об этом сегодня в день борьбы с онкологией рассказали врачи. Статистика по-прежнему неутешительна. Больных раковыми заболеваниями становится все больше. Только за последний год количество жителей края, которым поставили страшный диагноз, выросло на 3%. Сейчас в регионе почти 12,5 тысяч человек борются с онкологией. Победить рак по-прежнему удается далеко не всем, но год от года онкологи внедряют новые методики, которые, по их словам, позволяют выявить болезнь на ранних стадиях, а также облегчить ее течение. По словам специалистов онкоцентра «Надежда», в медицинском учреждении недавно появился новый аппарат МРТ, а также эндоскопическая аппаратура, которая позволит определить толщину слоя опухоли и не только. Большое количество эндоскопических стоек будет установлено, что позволит снизить травматичность хирургических вмешательств, вместе с тем не снизить их радикальность, ну и сыграет определенный экономический эффект, потому что либо больной после операционного периода лежит 14 дней, либо он лежит 8. Кроме того, онкологи начали проводить радионуклеидную систему лучевой терапии при метастазах костей. По словам врачей, она действует прямо на пораженные клетки с минимальным уровнем облучения самого пациента. 20 больных уже прошли лечение по новой программе.